Короче, всем привет. Мы сегодня идем на дрэк рейсинг в городе Чита. Вообще-то мы уже с него ушли и обратно идем. Да, мы ушли, потому что там ветер подумиски с ним. Там, короче, стоит колы 0,5 150 рублей. Мы, короче, купили. Ее хотел на минут 30. И мы пошли за. Сколько там километров? Ну, наверное, километра 2-3. Километра 2-3 мы шли, чтобы купить хуку. Купили куку, я ее кинул, она упала на стекло. И она вся треснула. Там дрифт нормальный, там была классификация. И теперь мы идем обратно. И сейчас, походу, будет там дрэк. Все.